Пример того, как благодаря инициативным людям обычная улица может стать городской достопримечательностью. Идея создать на участке Шубиных от проспекта Строителей до улицы Генерала Хлебникова аллею славы спасателей появилась 10 лет назад. С тех пор силами руководства, сотрудников и курсантов Академии МЧС здесь создали самый большой в России музей пожарно-спасательной техники. Установили детскую площадку, а после и сама улица получила новое имя – Огнеборцев. Кроме того, Академия взяла на себя ответственность за содержание аллеи. Своими силами окрашиваем, восстанавливаем караулы для того, чтобы не повреждали при осмотре. Запрещаем жителям залезать внутрь, ну, с целью сохранения их безопасности. Во вторник глава города обсудил перспективы развития территории с руководством Академии. В планах продлить аллею и установить здесь новые экспонаты. На этот раз это будет плавательное средство – пожарно-спасательный катер. Очень редкий экспонат, таких в стране всего два. Подарком для школьников, облюбовавших это место в качестве прогулочной площадки, станет детская спортивная площадка. А город поможет с благоустройством и озеленением. Город всегда относится позитивно к любой инициативе, которая направлена на улучшение жизни жителей нашего города. И тут хочется отметить пожарно-спасательную академию, нашу любимую, потому что они всегда выступают передовиками. И когда они взяли эту аллею на обслуживание, уже начали подтягиваться другие организации. И, например, по аллее Шубиных нам помогает Сбербанк. И я надеюсь, то, что эта практика, она получит свое развитие, и каждому крупному, среднему предприятию захочется вложить часть своих свободных средств именно в развитие нашего города, потому что все мы здесь живем, но, конечно, мы не можем здесь выступать инициаторами, это должна быть именно добрая воля со стороны организации или учреждений. Кроме того, есть идея увековечить связь времен и поколений ивановских спасателей, установив здесь соответствующий мемориал. Глава города инициативу поддержал. А как иначе? Только совместными силами обычное городское пространство можно превратить в нечто уникальное. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.